Здесь очень много вопросов насчет капитала материнского и отцовского. Спрашивают, можно ли их обналичивать и можно ли проводить вот эту куплю-продажу, например, отцовского дома, но по сути при этом ты ничего не покупаешь, чтобы их обналичить. Вот вокруг этих двух капиталов тоже просят разъяснить. Ну, вокруг двух капиталов, значит. Первый капитал у нас был материнский капитал, а сегодняшний капитал, это новый, это как бы отцовским капиталом назвали, но нет такого, что его законным отцовским капиталом, когда назвали его почему-то. А так, вообще и первый капитал, это семейный капитал. И второй капитал тоже семейный капитал. Так если вы просто откроете интернет, там найдете материнский капитал, после этого слова вы найдете всегда в скобках написано «семейный капитал». В этом капитале есть доли каждого члена из членов семьи. Если четверо – четыре доли, если пятеро – пять долей в капитале. И в том капитале, и в этом капитале это все там присутствует. Это семейный капитал. По отношению материнского капитала часто задают вопросы, можно ли на этот капитал поехать в хадж, можно ли за это купить машину. Нет, нельзя это делать. Потому что материнский капитал, у нее есть целевое предназначение. То есть материнский капитал выделяется тем семьям, у которого родился второй ребенок или же остановил второго ребенка. С таким предназначением, какие там улучшения жилищных условий и образования детей и пенсионное накопление матери. Эти три предназначения для материнского капитала. Поэтому то, что государство выделяет для семьи с какими-то условиями, они должны быть израсходованы именно на эти предназначения. На другие цели их расходовать нельзя. Если, например, кто-то намного лучше расширяет жилищные свои, улучшает жилищные условия от себя и своего кармана, он ничего не пропускает. И вот эти 450 рублей, если он расходит на что-то, и больше этого, 2-3 раза, 10 раз больше этого, когда вкладывает для улучшения жилищных условий, и он не дает отставать своих детей в образовании, ну тогда, конечно, на него что скажешь? Он возмещает доли других членов, получается, если даже он сегодня на что-то если это израсходовал. А нельзя и запрещено израсходовать его. Например, сегодня взял, купил машину, угробил машину, все ушло. Он и живет в самых худших условиях жилищных. Вот этого нельзя. А что касается отцовского капитала, сегодняшний капитал, ну этот вопрос еще даже можно сказать, и самых также многочисленных вопросов задаются именно касательно этого капитала. Самый главный вопрос, связанный с этим капиталом, вот такой вопрос. Но это же государство связали. Первого капитала государства не было. Не связали они с ипотечным кредитом. А этот капитал как-то государство связали это с ипотечным кредитом. То есть получается там какие-то считанные условия, и плюс к этому эта семья, если способна погасить кредит из банка, который он получает, ему дается. Кто получает кредит, оформляет кредит, тот получает этот капитал. А кто не оформляет кредит, он не получает этот кредит. Ну, теперь надо объяснить, то есть, конечно, это не зная о том, что государство, нас с вами, мусульман, в России 25 миллионов, еще даже до 30 миллионов, может быть, начисляются мусульман. Конечно, они, это зная, не сделают, чтобы мусульман загнать именно совершить риба, да? И чтобы мы с вами лишились этой услуги. Но, скорее всего, это просто на это не обратили внимания. И получилось так, что богобоязненный мусульманин, ему приходится отказаться от этого. Кто, например, пойдет на один из семи тяжких грехов из-за 450 рублей, тысячи рублей?
очень много, сотни, можно сказать, тысячи наших мусульман, земляков, по крайней мере, они отказывают от этого, от этой услуги, от этого капитала, чтобы не попасть в риба. А к этому необходимо добавить, касательно к этому капиталу, после того, как узнали некоторые люди, некие, скажем, люди узнали, что этот капитал государству связали с кредитованием под проценты, и мусульмане стали отказывать от этого, придумали какие-то офисы, что они якобы им делают такую услугу, в поддержку этих семей, они как бы половину себе забирают, и они объясняют, что и утверждают, что они обходят вот этот кредит, что без кредита они это все делают. Ну и был случай, пару случаев или третий случай, что приходили, объясняли, я в этом находил рыба. Хотя они говорят, что нету в этом рыба, но я находил там рыба, я им объяснял, что вот в этом и там рыба остается. Вы не спасаете людей от рыба. Но сегодня есть люди, которые там утверждают, что есть такие офисы, что на самом деле они обходят кредитование, никакого кредита, без никакого кредитования, ни членом этой семьи или главой этой семьи, или же представителями этой фирмы или офиса, никто кредит не берут и проценты тоже не дают. Если на самом деле так, я ничего не скажу. Ну, вряд ли это так. Насколько я понимаю, до сегодняшнего дня не отменили это условие. Государством не отменили. Очень хотелось бы сегодня от того, что слишком много людей, наших мусульман, страдают именно этим вопросом, именно хорошие мусульмане, богобоязненные мусульмане страдают, они отказывают от этого кредита, от этого капитала. Но хотелось бы просто обращаться к нашему правительству и к депутатам нашего, скажем, народного собрания или же депутатам Госдумы, хотя бы они обратили на это внимание, чтобы они способствовали тому, чтобы спасти наших мусульман от этого риба и дали возможность мусульманам получить эти кредиты, эти капиталы. То есть внесли какие-то поправки. То есть, хочу сказать, чтобы наше правительство, наши депутаты, чтобы они достигли такой цели, чтобы они смогли с мусульман убирать вот это условие. Мусульманам, чтобы этот капитал государство выделяли, государство еще выделяло без ипотечного кредита. Это было бы с нашей стороны просто просьба к нашим чиновникам, к нашим депутатам. А больше ничего с этим делать невозможно. Риба всегда остается в этом получении этого капитала, пока не отменят хотя бы на региональные масштабы. В региональном масштабе хотя бы, если внести какие-то поправки, хотелось бы, чтобы это случилось. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, оставить комментарий и нажать на колокольчик.